Продолжается реализация программы «Мой подъезд». Губернаторский проект стартовал в 2017 году. С тех пор в МКД городского округа отремонтировано около 4000 входных групп. Наша съемочная группа побывала в доме, где реставрация подъездов пока в процессе. Дом на Власова 5 построен более 60 лет назад. Жители пятиэтажки жаловались на состояние подъездов. Со стен отходила штукатурка, плитка требовала замены. Чтобы МКД попал в региональную программу, они обратились в управляющую компанию ЛГЖТ. Просьбу услышали. Со временем они просто поставили в очередь, и уже пришло время, и мы очень этому обрадовались, правда. Мы выбирали цвет стен, мы выбирали цвет плитки, нам понравилось именно это. Меньше чем за неделю рабочие покрасили стены и потолки во всех трех подъездах, заменили светильники и подоконники, отремонтировали поручни и ограждения. Сейчас приступили к укладке напольной плитки. Осталось установить новые почтовые ящики, тамбурные двери, информационные стенды. Через буквально 2-3 недели этот дом будет сдан. Ремонт идет по тем требованиям, которые сами жители просят после ремонта внести в данном конкретном подъезде. Поэтому задача подрядчикам установлена общаться с жителями, вносить те изменения, которые просят, и, конечно же, закончить работы все в срок. До 1 сентября этого года в городском округе Люберцы отремонтируют 172 подъезда в 55 МКД. На сегодняшний день в работе находится 28 объектов. В 79 подъездах ремонт уже завершен. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.